Развитие цифровых технологий позволяет нам решать многие вопросы на ходу. Среди них рутинные платежи за интернет, коммунальные услуги, обучение детей. При этом дистанционный канал выбирает не только молодежь. Почему удаленным платежам все возрасты покорны и как провести такую оплату, рассказывают в Сбербанке. Удаленные платежи занимают первое место при оплате тех или иных услуг среди жителей региона, клиентов Сбербанка. На их долю приходится 96%. Одно из главных преимуществ цифровых каналов, конечно, экономия времени. Онлайн, через Сбербанк онлайн. С квитанции считываю QR-код, и там автоматически высвечивается, какая сумма к оплате. Даже если квитанция не пришла, можно по старой оплатить, и в базе уже есть сумма, которую нужно оплатить. Онлайн. Через приложение Сбербанк. Через удаленные каналы обслуживания можно провести любой платеж. За электроэнергию, газ, другие коммунальные услуги, детский сад, обучение или проездной, а также оплатить штраф. Размер комиссии составит 1% от суммы, но не более 500 рублей. Самый популярный у населения способ оплаты – это Сбербанк онлайн, который представлен как в веб-версии, так и в мобильном приложении. В случае регулярных операций удобно подключить услугу автоплатеж и не беспокоиться о том, что вы пропустите день оплаты. Помимо онлайн-сервисов, жители также используют банкоматы и устройства самообслуживания, а некоторые предпочитают прийти к нам в офис. После консультации наших сотрудников клиенты осваивают современные способы оплаты и становятся сторонниками уже онлайн-сервиса. Сейчас оплату услуг делает проще QR-код на квитанции. Так можно оплатить через Сбербанк онлайн или терминал банка. Платеж проводится без ввода дополнительных реквизитов. Это не только экономит время, но также исключает случайные ошибки, которые можно допустить при ручном вводе информации. Для этого достаточно зайти в меню «Платежи», выбрать раздел «Оплата по QR» или штрих-коду и навести камеру на код. Пришла оплатить квитанцию за квартплату. Девочки подсказали, что можно по QR-коду очень быстро оплатить, с меньшей комиссией. Попробовала, все понравилось. Буду пользоваться дальше. Очень быстро, не нужно вводить реквизиты. В Твери и по области в офисах банка доступны 185 устройств самообслуживания, где можно оплатить те или иные услуги. Еще порядка 240 банкоматов расположены в магазинах, торговых центрах.